Так, ну что, ребята, давайте поиграем в гонку. Значит, первое у нас. Проехать как можно дальше. Так, это хороший транспорт выбрал. А, нет! Нет! Пожалуйста. Блин, взорвался. Да, транспорт все-таки не очень удачный. Так, прыжок в длину. А давай я багги выберу, почему нет? Почему мне дают странные такие машинки, которые я вот не хочу здесь брать? Так, прыжок в длину. Давай, багги, давай, давай. Опа! Так, ну ладно. Можно было дальше, конечно, прыгнуть. Так, езда на заднем колесе. Блин, багги я уже брать не могу, что ли? Ё-моё, давай этот возьму. Почему этот транспорт я могу по несколько раз брать? Так, давай, давай, давай. Едем. О, нет, 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 аккуратно. Нет, не пор... Да ё-моё. Ладно. Так, гонка на время, завершить как можно быстрее. Ну, давай на автобусе, потому что у меня... Тут не очень. Транспорт. Гоночный. Так, ладно, на автобусе едем. О, перевернулся, чувак. Здорово. Так тебе и надо. А, я тоже... Да как он так разбился-то? Алло. Так, гонка на время. Это у меня вообще затупочный такой транспорт. Вообще затупочный. Не знаю. Вот, видишь, все, встали, мочек. Давай, 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 едем, едем, едем. Так, а сюда смотри, мы зато пробираемся. Угу. Надо взять бензин будет. О, притянулся. А вот хорошо, что у меня магнитик есть. Без магнита я бы не смог бы ничего делать. Так, вот смотри, я пропустил все хорошие монетки. Собрал какие-то маленькие. Так, ну что ж. Кто там у нас лидер-то? Алло. Давай, давай, падай уже. Падай. Штучка эта. О-о-о. Вообще, смотри, у меня нет мощности. Надо прокачать будет эту машинку. Ладно. Рекорд такой получился. Новый рекорд 4500. Надо выше, 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 выше. Ладно, хорошо. Давай сыграем в кубки. Так, откроем, что у нас здесь. О, 11 тысяч заработали. Магнитная цепь. Ну, давай, поехали. Посмотрим на магнитную цепь эту. Берем раллийное авто. Самая прокачанная машинка у меня в гараже. Ох, нифига. Все как быстро оторвались, а. Оп-оп-оп, я аж наверх заехал, офигеть. Ну, видимо, тачка у меня все-таки... Ай, нет! Блин, разбился я. Жалко. Поехали дальше. Думаю, это надо было так проехать-то хорошо. Оп-оп-оп-оп-оп, давай-давай-давай, едем-едем-едем. Ух, я думал, что опять сейчас разобьюсь. Нормально, нормально, полетели. Да вот эти магниты, они мешают. Так, пока четвертый еду. Да какие-то противники еще сильные попались. Намного сильнее меня. Есть финиш. Так, третий раз. А, все, последний раз. Если я сейчас первый приеду. Да, но это... Не факт, что ему первое место дадут. Угу. Что у них там стоит вообще, надо посмотреть. А, он какой-то... У него турбо какой-то стоит. На выхлопном. Выхлопуха какая-то стоит. А у меня такое есть, интересно. Давайте посмотрим. А, давайте зайдем, например, сюда в гоночку. Посмотрим в деталях. Есть ли у меня такой вот... А, усиленная турбо. Нет такой усиленной турбо у меня, поэтому, конечно, я и проигрываю. Поэтому и проигрываю. Давайте уберем ускоритель дым. Уберем. Поставим зимние шины. Так, ну что, поехали. Поехали, поехали. Оп,
Так, двойных монеток у меня нету, правда? Или есть? Это у меня двойные монеты или нет? Кто мне скажет? Походу двойные. Офигеть. Просто я рекламу не полностью посмотрел. Нажал на крестик и все. Двойные монеты дали. Угу. Можно, оказывается, рекламу не полностью смотреть было. Фиг знает, короче. Ладно, прокачал я колеса. И ну все, колеса я прокачал и больше ничего не прокачал. Ладно, 50 тысяч у меня в наличии. И будем сундучки брать. Сундучки дадут нам дополнительные денежки. Все, мы потихонечку едем. Так, вот еще, смотри, бензин лежит. О! Так, и здесь, не знаю. Нужно хватить мне. Подлетели. А командное у нас сегодня событие. В командном событии там некоторые машинки, которые надо прокачивать. Лихач. Лихача надо прокачать. Вот. А, кстати, я лихача прокачивал. Но у меня более-менее прокачанный. Я его вчера, кстати, и прокачивал. А вот раллийную свою тачку вот эту вот прокачивала я на прошлой неделе. Хорошо-таки. Уже каждую неделю командное событие, когда заканчивается, там мы открываем сундук, и в сундуке очень много денег. Как минимум наша команда набирает 100 тысяч. А то обычно 120. О, нет, нет, фух. Надо не разбиться, подожди. А как так? Здесь очень такое вот ущелье сложное. Здесь можно легко разбиться. Так, как у нас магнитик хорошо работает на ролике? 5 уровня у меня магнит. Да, и колеса хорошо, хорошее сцепление у колес. Так что мы, может быть, даже и побьем рекорд сегодня. Возможно, возможно, побьем рекорд. Ой, до рекорда 3 километра, нифига себе. Так, прыгаем аккуратно. По крайней мере, соберем сундучки. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, двойные монеты у меня есть. Надо всегда включать двойные монеты, когда есть такая возможность. Потому что с двойными монетами мы зарабатываем в 2 раза больше денег. Так, снеговик. Ломаем снеговика. Забираем монетки. Примагничиваем. Оп, здесь нужно аккуратненько так сделать. Опа, нифига, нифига. Здесь мы так не сделаем. Здесь нужно вот так вот разбежаться. Во! Вот как надо. С разбега. По-другому никак. Так, куча монет. Кстати, монеты и то, что я пооткрывал сундуки. У меня много сундуков было до этого. Открыл их. О, до 70 тысяч постараюсь. До 70 тысяч постараюсь монет набрать. Так, скоро будет 60 тысяч. Блин, ну все-таки, конечно, монет мало дают. Прям вообще. Экономит. Много монет не дает. Опять монеток, что это? Много денег. Так, что у нас там по бензинчику? Бензина много. Поэтому. Мы здесь, смотри, не забрались. Хотя, по идее, забраться можно сюда. Ну ладно. Здесь начинаются вот эти всякие сложности. О, тоже мы, смотри, все-таки машинка у меня не до такой степени прокачана, чтобы я там забирался туда легко. А здесь, кстати, мы легко пробрались. Не то, что раньше. Раньше было мне вообще тяжело. Мне кажется, либо на этой машинке, либо на баге я так как бы не мог нормально заехать сюда. Так, бензин уже скоро будет мигать. Вот, уже все мигает бензинчик, а вот здесь у нас канистра. Все хорошо. Так,
по деньгам у нас еще даже 60 нету пока. Очень-очень слабо. Так, тут еще какой-то лед. Ой-ой-ой, по башке может ударить лед. Он просто висит, если его не трогать, то он ничего не сделает. Ой, зачем так сделали там выступ такой специальный? Специально, чтобы сломаться. Ой-ой-ой, что это такое здесь лежит-то? Алло. Идите отсюда. А, а мне может еще и по башке дать. Ёлки-палки, как все придумано-то, а? Снеговички вот эти вот. Я уже давно здесь не ездил, поэтому не помню, что здесь вообще все. Что тут есть? Но у меня и бензин постоянно заканчивается, поэтому нужно на газ-то придавить немножко. О, бензин, бензин. Да как так? Да как так, вонючий случай? Я не взял бензин. Вот фигня. Так, ну хоть есть видео посмотреть.